Вот хочу вам показать, как, значит, американцы сохраняют старые деревья. Вот смотрите, вот на дереве пошла какая-то типа трещинки небольшой. Да, это все мох. Да, да, это все мох. И они построили для этой ветки, чтобы дерево не пропадало, такое старинное. Мы построили такие, смотрите, я сначала думала, что это какие-то сооружения, а это оказывается для дерева, чтобы оно не пропадало. Так они сохранили его первоначальную структуру, этого дерева. Видите? И ветки прицепили там за тросы, тросики. Вот. Старинное дерево, наверное, ему, ну, я не знаю, наверное, 300, 400, может, 500 лет. Лет. Да, да, друзья, лет. Дерево ж не так быстро растет, как вы думаете. Или как наши дети быстро растут, и как мы быстро стареем. Деревья растут гораздо медленнее. Видите, и с этой стороны такое же сооружение. Там сверху взяли на канатики его и поддерживают. Да. Ну, вот я так вот погуляла в этот раз возле Капитолия. Хочу вам сказать, что я близко к Капитолию подойти не могла, потому что все огорожено и написано, что будет ресайтинг, то есть ремонт. Что-то опять случилось. Может быть, опять какие-то были подземные толчки, и они его решили отремонтировать. Ну, в общем, так. А может быть, это связано, я не знаю, с политикой. Тоже может быть, возможно, и это. Потому что этот штат, он, где я живу, Вашингтон, штат демократов. Демократов. А сейчас, вы же знаете, была острая борьба на выборах между демократами и республиканцами. Ну, вот так вот. Так я и погуляла. Все хорошо, но находит тучка. И сегодня по прогнозу стоит на вечер. На вечер стоит дождь. Ну, все. Друзья мои, разрешают здесь ходить с собаками. Здесь животных любят. Любят здесь розовых, голубых и бомжей. Штат, короче говоря, очень интересный. А вот какое дерево, смотрите. Все с мхом. В мху. Ну, вот это, смотрите. Даже я не знаю, как вам показать, чтобы было видно. Ну, вот, смотрите. Вот это все. Вот это все. Вот это мох. И оно. Оно все в этом мху. Ну, все. Пока-пока. До новых встреч. Люблю, целую. Ваша Ольга Кашина. Подписывайтесь. Давайте ссылки в социальных сетях. И, пожалуйста, смотрите, что такое Америка обычными глазами, обычной украинки. Пока.